Всем привет! Видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео я вам расскажу о том, как же отстирать вещи от стекловаты. Это как бы тема такая очень щепетильная и в каких-то моментах очень нужная, поскольку стекловата используется для утепление помещений, а ремонта мы, как говорится, делаем часто, и не всегда мы используем средства защиты, хотя это очень важно и нужно, поскольку вещи можно, если что, выкинуть, а если попадет на кожу, то придется лечить кожу тела, как говорится. Поэтому лучше себя обезопасить сразу, надев специальные средства защиты. Но если уже так получилось, и на вашу одежду попала стекловата, что же мы делаем? Не нужно мочить одежду сразу же и бежать ее стирать, потому что это не поможет. Первое, что нужно сделать, это пропылесосить. У меня вот есть вот такая вот насадка для пылесоса маленькая с щеточкой вот такой. И, соответственно, подключая к пылесосу, одному человеку это будет сделать неудобно, потому что один должен держать, растягивать материал, а другой должен пылесосить. И, соответственно, вот так вот не трите там, не втирайте вот такими движениями вашу стекловату вещи, потому что стекловата из чего состоит в основном? Это вот мелкие частички вот этого вот стекла, это основной вот компонент. Поэтому стекло вот это очень тяжело вывести, если его туда прям втереть в нити. Соответственно, потом придется вашу вещь выкинуть. И вот таким образом, движением в одну сторону, равномерно, не пропуская участки, мы пылесосим. После того, как мы пропылесосили, обязательно перед тем, как вообще делать какие-то манипуляции с вашими вещами, одевайте средства защиты. Как минимум, это должны быть обычные хотя бы хозяйственные перчатки, чтобы не попало ничего вам на руки. После того, как пропылесосили, нужно произвести стирку 3, а то и 4 раза вручную. Никаких вот таких вот там терений делать не нужно. Мы просто вот так вот выполаскиваем вот таким образом в воде вашу вещь в мыльной. Когда делаем полоскание, то полоскаем воду под струей воды, чтобы хорошо все это вымывалось. И таких процедур мы делаем 3, а то и 4. После того, как мы постирали, высушили вашу вещь, мы опять пылесосим. Все, вот так пропылесосили опять этой насадкой. Вдвоем опять-таки один человек растягивает материал, а другой пылесосит. И все, то есть результат должен быть достигнут. Если это были шерстяные вещи, то даже вообще ничего вам уже не поможет, вещь только выкидывать. Если даже на обычные вещи, после того, как вы сделали все вот эти процедуры, и все равно чувствуете, что где-то что-то колется, попробуйте отдать в химчистку. Если уж химчистка не помогла, то тогда, конечно, увы, вещь придется выкинуть, потому что стекловата – это вообще такой материал, который невозможно чем-то вывести из вещей. Это очень трудно сделать. Поэтому вот этот вариант – это единственное, что можно, каким образом можно спасти. Вот, поэтому всегда одевайте средства защиты, и ваши вещи спасете, и свою кожу от воздействия стекловаты. Потому что стекловата, я же еще раз повторяюсь, это как для вещей очень тяжело выводимое, так и для кожи человека потом придется дольше лечить. Вот, поэтому обезопасьте себя в первую очередь. Все права на видео принадлежат каналу «Все о стиральных машинах и бытовой технике». А я на этом с вами прощаюсь. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!